Войну Галина Ивановна Муштакова помнит отрывочно. Во время блокады Ленинграда она с мамой была в городе. Папа и брат ушли на фронт. Маленькая Галина ходила в детский сад «Очаг» в Кировском районе и часто оставалась там ночевать. Когда точно началась эвакуация детей, Галина Ивановна не помнит. Увезли ее из города одну, без мамы. В каком году, не знаю. Сказали, надо детей вывозить. Я не помню. Вот, и вывезли, везут, немец бьет, везут, он бьет, и увезли куда-то, Ярославскую область, станция Антроповая. И я там пошла в первый класс. А потом мама меня нашла по газетам, что такой-то детский сад, но детский сад назывался в Ленинграде «Очаг». Такой-то детский сад увезли туда-то. И она потом мне прислала письмо, что мы живы, за тобой приедет Витя, брат мой. А приехала она сама. 81 год назад, 8 сентября, вокруг Ленинграда замкнулось плотное вражеское кольцо. Жители города оказались отрезанными от остальной части страны. Блокада продолжалась 872 дня и стала нечеловеческим испытанием для всех, кого коснулось. По разным данным, в осажденном городе погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Ежегодно по всей стране в этот день проходят памятные мероприятия, посвященные тем, кто сражался, жил и умирал в блокадном Ленинграде. Тяжело говорить в такие дни, но мы преклоняемся перед памятью павших, тех, кто защищал великий город, и преклоняемся тех, кто выжил в тяжелейших условиях блокады. В Сарове осталось 26 блокадников, самый молодой из них 85 лет. Сегодня они пришли к вечному огню, чтобы почтить память тех, кого уже нет с нами, и возложить цветы к мемориалу. Огромное слово уважения вам за то, что вы это сделали, за то, что у нас появилась возможность просто жить, просто выполнять свою работу, просто воспитывать своих детей и продолжать жить в нашей стране. Низкий вам поклон. Сегодня вы живые свидетели этой стойкости, являетесь для нас символом уже нашей победы в 45-м году. И глядя на вас, мы становимся внутренне сильнее, укрепляемся в нашей правоте. Спасибо вам огромное. Долгих вам лет жизни, здоровья. Завершили митинг коллективной фотографией. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.